Это демонстрирует мой клик в секунду. Несколько секунд назад я должен был записать это видео. Ой. Активировал я бомбу на ПКМ. Извините за то, что не вижу я это. Запись. То есть на записи я не вижу свой курсор, который я обычно использую. То есть я его никогда под не увижу. Поэтому считайте, что видео мне не очень. Это действительно говно. Кто не заметил отсылку либо же миф, то на 0.0.0.0.0.1 миллисекунду там был 0. Это тот самый как бы вирус, который в Конго проник, и за антивирусником это уже и стало говном. То есть, ну, он застрял, теперь ничего не может. Поэтому он... Кстати, вот с чего я записывал. Я действительно не вижу свою мышку. Тут я от первого лица кое-что сделал. Вот, даже сломать хотел. Думал, не попаду. То есть он не будет же летать, думал, упадет. Но мне так сильно повезло. Ведь я его скинул, но ему повезло больше. У него перед тем, как я затупил, была почему-то еще одна подушка. Ибо же, да, он использовал второй раз подряд. Я снова прыгаю, но в этот раз не везет из-за пролагивания и бага, и я просто выживаю чудом, так как мог бы не выжить. Действительно, это рискованный момент. Это очень жестко.
так как у меня не премиум версия, она до 10 минут работает. Так что я вырублю видео именно когда будет 10 минут. Извините за иногда редко не очень хорошее изображение. Это может быть проблемы с телефоном, либо же сам Бен, либо же мой редактор, которым я смотрю всегда почти видео. Вот этот. Вот он. Я на нем это не очень. Тут могла проникнуть стрелочка. Я не знаю. Кто увидел, пишет в комментах, я увидел стрелочку. Кто увидел?